Мы с вами в подмосковных Химках, где один из лидеров чемпионата красно-черный, команда Андрея Талалаева. Химки примут КамАЗ, набережные Челны. Интересный матч, на мой взгляд. Но и почему только на мой? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Игра обещает быть яркой. Давайте смотреть за матчем. Один из лидеров, команда, которая рвется доказать себе, болельщикам и всем в футбольной России, что ее место в премьер-лиге. И вернуться туда уже через год стремятся Химки. Пока удар по воротам Митрюшкина. И чего-то такое было, да, опасное. Мяч пикировал под перекладину. Это рикошет был. И все видел Антон, но так не очень уверенно. И уже Хасонов. Есть огромное пространство перед Руденко. Руденко пробрасывает, Руденко в центр, это практически один на один. Левая, левая, ах, не попадает в своей точке, мог открывать, шанс-то был какой. Очень хорошая атака, Хасонов ее разогнал, и в концовке не попал Руденко так, как хотел. Давайте похлопаем Сергей Само, герой эпизода. В позапрошлом туре с Шинником 13 минут он вышел. О, какой удар, это гол! 1-0, нет, что там? Или что? Нет, Черемных показывает, что... Посчитал он, что человек, который изначально был во вне игры, он послужил потом одним из участников этой голевой атаки. Люди только-только начинают приходить в себя. Я посмотрел, на самом деле, при этом атака Хима. Классно! Икорян! Удар в ближний! Парирует сейчас Самок, который по-прежнему оставляет счет без забитых мячей. Руденко, вот помимо, да, всех его игровых качеств. В этом сезоне, что самое главное, при всех своих вот этих вот скоростных моментах еще и забивать стал. Да, и кроме того, очень крепко сбит. Удар! Ох, какой гол! Это точно гол! Это 1-0 на центр. И Хасонов! Не зря ко мне в перерыве пришел. Капитанище! 61-я минута. 1-0. Химки открывают счет дома в матче с КамАЗом. Угловой подача. То, что не получалось с игры, Химкам пришло со стандарта. Подача. И Хасонов, какой же он красавчик. 9-й гол в сезоне. 7-й гол в чемпионате. Не хватает в нападении у ребят для реализации моментов сил, умения, еще чего-то. Вот он, человек, который всегда готов подставить плечо, ногу, а в данном эпизоде и голову. И хвала небесам, это Хасонов. 80-й номер забивает свой 7-й гол в сезоне. Лучший его сезон по голам в первой лиге. Хасонов великолепен. Рыжиков так вообще за сборную поиграл в свое время. Момент может быть. Удар слева. Митрюшкин играет этот мяч. Казалось, не сильно, но в створ мяч катился. Мог ли поймать Антон? Много борьбы, единоборства. Голевых моментов. Разыграл Корян. Можно, Касимов. Ну-ка, второй придумать. Вправо уходит, под правую. Вот, и забивать. Долго. Был шанс. А под правую Касимов правша, а? Какие-то секунды взял на размышление Илья, и это помешало ему отправить мяч в ворота. Все! Финальный свисток. Окончание матча. Мелбет, первая лига, 29-й тур. Химки берут 3 очка.